Всем привет. Сегодня повезем медицинские вакцины в город Эребру из города Брест. Хорошего пути. Да, и тебе, детка. Так, съехать-ка я, короче, далеко. 2500 километров. Машина в собственности, едем в мультиплеере. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Да, готов. Поверните направо. На кольце второй съезд. Как скажешь. Сейчас съедьте. Опять второй съезд. На кольце второй съезд. Ну, я понял. Сейчас съедьте. Запросто. А там налево. Приготовьтесь к повороту налево. Да, видишь? Друг друга с полуслова понимаем. Поверните налево. Но груз не тяжелый, проблем, думаю, особо не будет. Народу маловато, конечно, но ближе к центру там люди-то будут. Это как всегда, впрочем. В основном вся движуха в центре. По окраинам заядлые фанаты катают. Любители природы.
По рации никто не гундосит. Рядом никого нету. Появился. Да, и тебе не хворать. Так, соляра, наверное, надо залить. Сейчас заедем на заправку. Вычисление нового маршрута. Давай вычисляй. Двигайтесь прямо. Ну ты давай не прерывайся, заправляй меня. Где заправщики? Ландери. Поиск нового маршрута. Да ищи, что его искать-то. Ну да, разгоняется, в принципе, быстро. Груз не тяжелый. Чё там, 5 тонн медицинские вакцины? Ну, он хрупкий, наверное. Не разбит бы. Не разбить, не испортить. Не сломать. Держитесь левее. Держитесь левее. Чё, в кусты пошёл, что ли? Восемьдесят. Да кому надо 80-то? Маловато. Вот 110. Самое то. Готовьтесь к повороту направо. Держитесь правее. А, просто держитесь. Ха, ясно.
Правее. Левее, правее. Они сделали туннели и посадили на туннели деревья. Круто. То есть сделали туннель бетон, ну каменно-бетонный там, железобетон или чего он там, хрен знает. Затем на туннель насыпали землю, посадили туда деревья. А поскольку деревья уже большие, там лет по 10, наверное, видать, это все давно сделали. Скоро деревья сквозь туннель корни пустят. Забавно. Что-то во Францию никто не ездит. Ну так, пару человек он был. Маловато. Может, отдыхают просто. Может, вообще здесь не едет, может. Редко заезжают. Я же говорю, вся движуха в центре, по окраинам только. Любители природы. Тысяча 190 км. Чё-то ни конца, ни края. Платная дорога. Открывай калитку. Здесь, я говорю, все-таки не хватает остановок. Ну, хрен с ним, я говорю, в мультиплеере-то ладно, пофигу. Но вот в одиночке очень не хватает вот остановок таких на трассе, пешеходных переходов, и чтобы пешеходы переходили по ним. Вот реально красный загорается, у пешеходов зеленый.
И они переходят. Ну, симулятор же. Значит, должны как бы стремиться к наиболее симуляции, чтобы вообще прям, ну, пускай не идеально было, но приближено. Чем ближе, короче, тем лучше к симуляции, к реальности. Как-то так вот. Да-да, и тебе не хворать. Держитесь левее. А нахрена? Ты думала, я на заправку заеду, что ли? Да нет, заправлялся уже. Правее. Держитесь правее, затем съезд справа. Да, я понял. Съезд справа. Тропинку, приготовьтесь, блин, к повороту налево. Да готов я, вон видишь, тропинку поставили. Чтобы, не дай бог, на ту сторону не переехал. Мало ли чё. Убиваться будешь, как говорится, убейся об эту середину. Налево, что ли? Поверните налево. Ясно. На заправку нельзя? Езжайте прямее. Двигайтесь прямо, блин. Двигайтесь прямо. Ага. Да мне и свернуть-то некуда. Даже если бы и хотел. Чё-то каждые 5 секунд заправка. Приготовьтесь к повороту налево. Приготовьтесь к повороту налево. А то. С полуслова понимаем. Да какой с полуслова? Мысли друг другу читаем. Практически. Поверните налево. Да, практически желание угадываем. Приготовьтесь к повороту направо. Угу, как скажешь. Поверните направо.
Так точно, хер майор, блин. Фрау. Хотя я во Франции, там, мадам. Ну или маленькая мадам, это мадмуазель. А29. Хочу туда вон посмотреть, что там за производство. Хрен туда спустишься, блин. А интересно было бы заехать вообще посмотреть. На то производство что-нибудь отвезти. Несешь по асфальту. Держитесь правее, затем съезд справа. Да ладно. Съезд справа. Держитесь левее. Что-то никого на дороге. Палюэль. По-любому. Да, Франция огромна. Кто-то едет. Любитель природы и окраин. Во французской стране. Решил податься сюда. Ночлежка, заправка. Да блин, опять тормозить. Своими платными дорогами. Убрали бы уж давно шлагбаумы нахер. Открывай калитку. Знак кирпич главное.
Как будто я через этот, ну не знаю, отбойник, огородитель, как будто я туда прям проеду навстречу. Так, а чё у нас тут, поезд или чё? РЖД? Или ФЖД? А, мне туда не надо вроде. Или надо? Сейчас узнаем. Не, в объезд я еду. Я окольными путями мимо. Вот движуха пошла. Здесь живут люди. Они, точнее, здесь обитают. Двигайтесь прямо. Да, двигаюсь. Чего? Че ты сказала? Поверните налево. Да-да. Ну? Брюссель. Оба-на, баран, блядь. Начинается, блядь, в колхозе утро. Есть нормальные игроки, есть, блядь, на самом деле дебилы. Уже 100 раз говорил, блядь, заходит, наверное, чтобы пизданули имбан. Он один вообще устал. Отдыхает. Будет вечно, блядь, лежать теперь здесь, мешать всем нормальным людям. Блядь, еще какой-то тут геморрой. Блять, задолбали, блять. Либо едь нахуй, либо не мешайся, бля. Хуету. Пиздец. Да чё, блядь, сегодня такой-то, а? С ума все, блядь, посходили. Shining Bomb, senin kullanacağın tırfak. Kapattın yollarını. Бери нахуй свою телегу, блядь. Ну пиздуй на легковушке-то, ёп. Arkadaşlar, aramızda kaslı olan var mı? Да, kaslı olan var. Ne çok kaslı. Uçku duk. Wow. Ben de tam pek var. Oh my god. Hatta bu pek var, ey. Аааа, ты ведь черт. Пиздец, хоть рацию выключай, блядь.
bitmediniz be. Şu... Ну чё там, блядь, опять? Да-да, пиздуй давай, обгони. Может, ебанёшь кого-нибудь. Хотя никого на встречке нет, ему фартанул. Ты мне нахуй не моргай, блядь. Моргает он мне нахуй здесь. Слепой нахуй, что ли, блядь? Да-да-да-да-да. Как будто не видит, блядь, что впереди меня там прут. Точнее, тащатся. Не нравится, пиздой обгоняю. Блять. Да, да, ебани давай нахуй. Ой, долбоёб, блять. Вот долбоёб, а. Ну скажи спасибо, что тут, блять, прореха. А, ебаньку, сука, все равно задел. Рус, блядь, 67. Тих, пиздец. Это, блядь, куда зелено-голубой нахуй. Еще один, блядь. Этот зелено-голубой, блядь, нахуй обогнал и тут встал, блядь. Чё, поссать нахуй, что ли? Хули обгонял. Блядь, чё там? Поезд, что ли? Ой, блядь, долбоёб. Конвоиры, блядь. Да хуя ж ты через рельсы, хуй ты ссышь, блядь. Ну, бля. Идиоты. Нахуй. Я тоже вроде меня обгонял, бля, сейчас, сука, как черепаха едет. Вроде он был.
Да едь ты, не ссы. Блять, совсем остановись. Дэнни. Двигать. Заебали, блядь. Чё они там нахуй курят? Не, иногда прикольно их послушать, как они там что-то, блядь, орут. Ну, бля, вот такую хуйню-то. Аж противно. Если уж голоса нет, так не пой, блядь. Не можешь петь, не пей. Тут, блядь, ты чё не видишь дорогу, что ли, нахуй ты по обочине там прижался, бля? От страха, что ли? Лишь бы его не задели, лишь бы он не задел никого, блядь, прижался, бедолага. Приехали, блядь. Блядь, а так хорошо ехали. Разъехали, что ли? Смогли? Ой, блядь. О, исчез. Это по обочине херачит, блядь, насрать. Или он туда просто съехал? Да ёпта, ну все уже уехали, езжай давай, Дэнни. Да всем, блядь, туда поворачивать. Все дёргаются чё-то, блядь. Пинг скачет. Бывает. Бывает и не такое. Иной раз так запингует, блядь, что обосрешься.
FPS чуть ли не в ноль падает. Да не то, что чуть ли не в ноль, блять, а реально в ноль падает. Двигайтесь прямо. Да двигайся. Дэнни решил притормозить, бля. Все, рассосались все. Не ссы, бля. Ты че, сука, криво как едешь, бля, пьяный что ли? Чё, машина сдохла у меня? Чё-то как-то странно. Ещё один, блядь, в травке. Травку жевал, блядь, Наполеон пришёл. Там, братан, сзади-то нах не прижимайся, бля. Мало ли я, блядь, тормозну сейчас. Приготовьтесь. Да я-то, блядь, готов. Ох, я нихера себе. Блядь, вообще-то я должен был уступить дорогу. Ну, поскольку тут стадо клоунов. Короче, блядь, на дороге. Так. Кто смел, тот и съел. Шкода сак. Оскорбление, братан. Ебать, оленище, бля. Бля, еще 1320 километров ехать. К повороту налево.
Поверните налево. Чё-то я больно быстро проехал там, несмотря на всех дураков. Кара-кара. Угу. Кара-кара, блядь. Блядь. Точно, блядь. Да нормально. Все. Еще бы вы ехали нормально все. Было бы вообще все отлично. Ой, блядь, один поперек стал, другой, блядь. Мув. Конечно, может он специально. Пожалуйста, ёпта, пожалуйста, еще просит. Он ему дорогу перегородил, это пожалуйста, блядь. Пизданул бы его. I don't know, я не могу, я всем, блядь, нажми. Да, рэк и бан, правильно. Ой, блядь. Да что за, сука, клоуны. Есть контакт, блядь. Я думал, проскочу. Не проскочил. Я думал, блядь, пока он вверху будет, сука, проеду. Фокус не удался. Зато его на колеса поставил. Сори. Да ничего, бывает. Тут таких до хера. Ну, у меня, я бы проскочил, у меня баг был, то есть коллизия-то в принципе, да, пибип. Коллизия в принципе неправильно, в общем, это баг такой. Потому как я бы врезался, я бы урона до херища получил. Если бы я именно в машину врезал. Хорош пиздоболить, блядь. А я врезался вроде, ну типа как в стену. Невидимую стену вот эту. Так что это, блядь, я не в него даже врезался. Его там, блядь, заглючил, он летал. Поднебесье. Забаговал, блядь. Черепахи, блядь, какие-то посередке ползут. Вот и все, блядь, прими вправо, остановись. Рыжий, блядь. Зачем, блядь, на своих тихоходах ехать, блядь, посередке? Блядь, ты чё, сука, кривой нахуй?
Вот есть же такие долбоёбы. Че делать нахуй? Выебывается? Ну тебе недалеко до бана, блядь, чувак. Сейчас да выебываешься, пизда, ну, блядь, улетишь. В гараж, блядь, отправишься. Ты смотри, что нахуй делает, сука, специально его, блядь, щемит, блядь. И издание ему нахуй. Не выебывался, блядь, олень. Ik ga hem niet reacteren ofzo, want hij is het denk ik niet anders aan. Ik zal het even melden, maar dat is niet te Сори. Хуёри, блядь. Сначала дурака валяет, блядь, потом сори, сори, блядь. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Сука, за мной что ли едет, блядь? Прямо. Ну въеби мне там сзади. Держитесь правее. Блядь, реально получишь. Прям гарантию, блядь, даю. Да выебываешься, блядь, да выебываешься, чувак. Держитесь левее. Думает, шутки, что ли, бля? Отстает, что ли? Все, наигрался. Или машина уже, блядь, не тащит. Держитесь правее, затем поверните направо. Угу, как скажешь. Поверните направо. Держитесь левее. Бля, еще 1000 километров ехать, охренеть. Вот это рейс.
блядь, еще один такой же, что ли? Или он нормальный? Девяносто едешь, что ли? Блин, везут вот эти маленькие грузы за копейки. Не, ну может по приколу, я ничего не говорю. Дело ж не в деньгах, а в удовольствии от езды. Заправка. Надо заправиться да перекурить, что ли. Изменение маршрута. Да не то слово. Весь маршрут изменили. Двигайтесь прямо. Угу. Все. Так, теперь перекурить надо. Блять, этот клоун опять все еще здесь. Сейчас посмотрю. Да, этот долбоёб, блять, заехал. Который во всех, блять, врезается и у всех просит извинения, блять. Ты нахуя врезаешься, блять? Сейчас посмотрю, что будет делать. Жди эффектного. Понятно. Да-да, я ж говорю, блядь, он дождется, блядь. Давай заправляйся, пиздуй. Реально, извини. Да ты заебал, блядь. Не делай этой хуйни, блядь. Я тебя предупреждал, хоть ты и не слышишь. Бан ты, блядь, получишь от кого-нибудь. Дождешься. Вот ты хули тебе встал-то здесь, блядь? Вот тебе чё нахуй надо, блядь, олень? Ждешь, пока тебя пизданут? Вот давай, едь. С глаз долой, из сердца вон, блядь. Чё, блядь, дурака валяет? Ладно, перекурить надо. Так, ладно, погнали. Допрыгался этот чувак. Видимо, кого-то там сильно... Вычисление нового маршрута. Тихо, сильно кого-то, видать, цепанул. Двигайтесь прямо. Ищу новый маршрут. Ищи. Ищите да обрящите, как говорится. Кто ищет, тот найдет. Андрей 177 Рус.
Пинтерес, привет. Грузят там бревна. Ну, в мультиплеере все-таки день-ночь, они как-то длиннее идут. Короче, сутки длиннее, чем в одиночке. Это что ли опять, блядь, встал? Ага. Хуй ты встал там? Проблемы ждешь, блядь? Может, его запугали, он решил вообще не ехать. Да ну нахер, вообще не поеду никуда. Двигайтесь прямо. Запугали его там банами. Банами, репортами. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь. Да еще ехать 760 километров. Раз из Е45 превращается в Е20. Е20, я, по-моему, ездил уже по ней, да? Не, ну понятно, что я ездил. Попадалась она мне. Со стороны Скандинавии, по-моему, я ехал. Из Кальмара, что ли? Я верю, что у тебя есть сигнал. Чё, делов-то? Двигайтесь прямо. Да тихо ты, Аденсе, видишь? Блять, 80. Да никого же нет, ну ё-моё. Это в центре там сделать так.
На дороге дураков, блин. Да и вообще для дураков не бан, а ограничение скорости надо вводить. То есть бан и скоростной лимит 90. Второй бан, скоростной лимит, бля, 70. И пусть ползают. Да и вообще, бля, вместо бана ограничить скорости. Там не то что неделю бана, а неделю, блядь, со скоростью там 80. Лимит, все, бля. Второй бан, там месяц будешь со скоростью 80 едет или там 70. Все. И прям, блядь, знак повесить. Что чувак согрешил, провинился. Обходите его типа страны, как он в танках, не знаю, цветом каким-то красным, чтобы он светился, чтобы все знали, что он злостный нарушитель. В танках он, ну, свои союзники зеленые, когда по своим союзникам стреляешь, синим становишься, синий там голубой. И здесь также не синий ты, а этот красный, вот, например. И все будут знать, что ты злостный нарушитель вообще. Там от красного до черного. Черный — это ты вообще будешь со скоростью, блядь, 60 ездить везде и постоянно. Черным цветом, значит, ты вообще пожизненно злостный. Вот, было бы дельно. И разгон до сотни, чтобы был, блядь, минуту. А будешь мешаться, блядь, сразу кикнут с сервера, то есть кикают сразу автоматом. Двигайтесь, ну, прямо. Это лучше, чем всякие там баны, не баны, ну, на мой взгляд. Месяц поездишь, блядь, со скоростью 70. Может, и поймешь. Двигайтесь прямо. Да я чё, сворачивать собрался, что ли? Вечереет уже. Со 60 км еще. Да, в принципе, нормально. Вы народа, вы народа? Да, народу, народу.
Может, он сказал водорода? Водорода, водорода. Ага. Гелия, ё-моё. Чё ты чувака, блядь, напугал? Он застал, аж съехал на обочину. А, я его обгонял когда-то. Куда, блядь, куда? Гонза. Двигайтесь прямо. Да я двигаюсь. Кто-то водорода вон просил там. Может, он сказал, ну дорога, ну дорога. Или там, ой, дорога, ой, дорога. Вот и гадай теперь, что он там сказал. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь, я ж не сворачиваю. Она, походу, не видит. Газет, наверное, читает просто. Говорит, двигайся прямо. Поверни налево там. Компито. Двигайтесь прямо. Тоже зеленый. Ты друга-то своего подожди. Двойняшки, бля. Чего у тебя машина с мордой? Где она? Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. $4.40 с копейками. Херня. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь. До темноты думаю-то доехать так-то. Ну, в теории. А по факту посмотрим. Что-то как-то не пойму, то темнеет, то светлеет. Затишье перед бурей, что ли? Или облака? Типа солнце за облака заходит.
370 км. Стокгольм, еще что-то. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь. И так уж до хрена еду. Уж 2000 с лихером километров проехал. У меня там 2500 с чем-то было. Хер его знает. За 196 904 евро. Ну, почти 197 000 заплатят за эти медикаменты. А, вакцины, медицинские вакцины. Ага. Почти 197 000 дадут. Ну, чуть меньше 200. В общем, так. Не, ну ни херово. Груз у меня не покалечен, только прицепчик слегонца. Да и то из-за того багующего хрена. На пару секунд баганул бы еще побольше, там повисел, я пролетел. Я врезался просто в коллизию. Скажем так. Потому что мне тормозить что-то впадлу было. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь. Чё пристало? Двигайтесь прямо. Опять. Бля, сейчас специально сверну, будешь выпендриваться. Будешь мне новый маршрут искать сразу. О, направо. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Янчоппинг. Еще 260 километров. Двигайтесь прямо. Ну, близняшки альбинос проехали. Ага, и тебе пибик. Показал, что у него сигнал работает. Лечь, я верю. Просто сказал бы в рацию мне. У меня сигнал работает. Как это, помню, ехали. Пацаны русские разговаривали. Ого, что-то сигнал не работает. Вот теперь работает. Ну, бывает такой сигнал. Блин, тормознул бы, посмотрел, конечно, на эти статуи. Статуи какие-нибудь там. Короче, на этих истуканов. Да ладно уж. В другой раз. А то и так уж до хера еду почти полтора часа.
185 километров. Что там, держаться правее или приготовиться к повороту направо? О, статуи. Держитесь правее. Тихо, статуи, самолеты вон летят. Прикольно, кстати. Съезд справа. Да-да, вижу. Поверните направо. Еле в горку взбираешься, или ты передумал ехать? Алло. А, он в поворот заходит. Нифига себе у него там. Байда сзади. Вереница. Проблему себе взял. Не знаю, может, некоторым нравится. Я в Бразилии покатался такими там. Ну там почти все такие двойные прицепы. И тяжелые по 27, по 30 тонн. Едешь, блин, ну в основном, не знаю, не больше сотки. И то я еду на механике там, потому что, блин, на автомате, ну... Не вариант ехать, он так и будет перещелкивать туда-сюда и не так, как мне надо, короче. Двигайтесь прямо. Да здесь не прямо, здесь двигайтесь как-то, не знаю, по змейке, что ли. Так надо говорить. Прямо. Прямо это тут явно не прямо. Это как угодно, но только не прямо. Двигайтесь прямо. Но это тоже, я бы не сказал, что прямо. Приготовьтесь к повороту направо. Приготовьтесь к повороту направо. А то. Хорошо, когда знаешь, чего поверните женщина. Поверните направо. Что женщина хочет. Хочешь, чтобы я повернул направо? Шестьдесят километров. До цели. Практически приехал. Двигайтесь прямо. Двигаюсь, двигаюсь.
Двигайтесь прямо. А тут что, свернуть можно, что ли, где-то с моста? Да, бибип. Мой сигналит джип. Держитесь правее. Съезд справа. Я уж понял. Эребру. А я здесь даже не был ни разу. Держитесь левее, затем поверните налево. Ладно, ладно. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Норским. Вот Норским. Поверните направо. Приехали. Конец пути. Все? Серьезно? Удачно или неудачно? Блять, нашли куда поставить меня. Да тебя поумнее, ничего нельзя было придумать, сука. Ничего, эти зеркала нихера, блядь, не видно. Стоп. Ну вот, в принципе, как-то так. Доехали. Плохо, неплохо, удачно, неудачно, нам ничего об этом не сообщили. Но, тем не менее. Довезли. В общем, на этом-то, в принципе, и все. Всем удачи и всем пока.